Ну, а сейчас я поподробнее вам расскажу о характеристиках этой беговой дорожки. Видите, кот уже занимается. Вот это я покупала через интернет, вот на этом сайте. Вот ее цена. Но я успела заказать за 2391 рубль. Поэтому... А потом оно что-то резко поднялось. Знаю, с чем это связано. Вот так вот. Вот в таком виде она лежала в коробке. А потом просто нужно было поднять вот эту голову и вот здесь вот внизу прикрутить. И кожухи такие одеть. И ее можно еще вот так вот ставить. Она легко поднимается вверх, а потом газовыми доводчиками, я в видео показывал, она очень плавно опускается вниз. Ну и вот ее характеристики. А где? Где? Описание. Вот. Что я могу вам сказать? Она выдерживает 180 килограмм. Вот ее размеры в рабочем состоянии. Срок годности. Гарантия 2 года. Так, вот ее размер в упаковке. Так, дисплей тут какой-то 7 дюймов. Скорость максимальная 22 км в час, угол наклона. Ну, то есть там получается 22 уровня наклона. А, на консоли что у нас? Дисплей показывает скорость, угол наклона, время тренировки. Каждую минуту она пикает. Когда минута проходит, расстояние пройденное, затрачено калории. Пульс. Ну, пульс, да, я мерила как-то. Не, оно меряет пульс, но потом я почему-то, когда ложила руки, измеряла, оно почему-то постоянно одинаковый пульс показывало. Хотя, ну, я не знаю, неужели у меня так сердце билось постоянно. Например, показывало 80, допустим, 88 ударов. И так постоянно, хотя я там уже и бегала быстрее. Но потом оно опять исправилось и стало лучше показывать. Не знаю, с чем это связано там. Так, и вот мы еще не разобрались с программами вообще, как они там переключаются, как они там устанавливаются. Это надо еще поковыряться, посмотреть. Так, пульс. Ролики сзади есть. Компенсаторы пола есть. Ну, компенсатор неровности. Вес ее общий 97 килограмм. А упаковка была 109, да, по-моему, я говорила. Упаковка сама еще сколько весит. Мощность двигателя 3,5 лошадиных силы. А, беговое полотно 52 сантиметра. Ширина его. А длина 140. Вообще достаточно вполне. Великолепная дорожка. Супер. Вот это гарантийный талон, который мне передал водитель. Водитель только вытащил коробку огромную с моим мужем, кинул ее там на дороге и поехал быстрее. Даже не стал нам помогать тащить. Ну, конечно, это не его работа. Ой, короче, тащили мы это вообще ужас. Как тяжело. Вот это гарантийный талон, 24 месяца срок использования ее. Если что, сервисный центр находится в Москве. Да, это очень интересно. О, кошки вылезли. Вот. Еще я купила сразу смазку для беговой вот этой вот, для вот этой вот деки. 35 рублей заплатила. Смазка для беговых дорожек. Бегайте с удовольствием. 405 миллилитров. Но мы ей вообще еще не пользовались, потому что в этой инструкции написано, что вот эта штуковина смазывается на заводе. Типа, пока ее не надо смазывать. Ну, не знаю, посмотрим. Вот еще были такие ключи. Там еще болты были, которые мы прикрутили. А вот это тоже какая-то смазка. Это, наверное, в наборе. Такая же, как и эта, наверное, но это распыляется. Это, наверное, получше даже. Ну, ничего, и ту будем использовать. Вот. Это модель. Т8501Е. Что здесь имеется? Краткое описание. Где что и как. Характеристики. Вот эти болты, тут описание, какие были у нас. Ну, оказалось, да. Я позвонила в магазин, говорю, а где моя бесплатная сборка? Там на сайте написано. Но он говорит, ваша уже беговая дорожка, она сразу уже собрана на 95%. Остается только там немножко прикрутить. Вот, кому интересно, можете нажать на паузу, почитать. Вот, а это как мы ее собирали. Просто подняли эту голову.
Здесь прикрутили и тут по одному болтику. Слаживается легко, да, бесспорно. Вот все. Вот на этом баллоне написано «снижает шум беговой дорожки». Кстати, у нас она так немножко, оно слышно, что она так шуршит. Вот эта вот дорожка, когда она работает. Может быть, лучше смазать? Может, хуже не будет? Там просто распылитель. Такая вот. Случайно, когда колпачок тоже снялся вместе. Вместе с этой, с этим колпачком, и вот это снялось, я обратно стала делать и прыснула себе на палец. Ну, на ощупь ничего такого у меня. Вот какая-то как пленочка на руке теперь. Надо пойти помыть. Леша молодец. Занимается, ходит. Подъем один. Че ты мелочишься? Давай уже самый последний. Тут пятно, это 15 только тут, а тут надо теперь его на кнопочки. Все, 22. Самая большая скорость. Ой, не скорость, а угол подъема. А зачем кто-то там высоко? Он поднимается. Ну, типа в гору будешь идти. Вот. Кстати, да, видно, что горочка. О, тут все пыльное, смотрите. От котиной шерсти. Ну и сама пыль какая-то. Да, он сюда вот набирается. Играет. Кто играет? Кот. Кот, а что он уже сидел здесь прямо? Да, вот так поднимался. А, о, ну Бог поэтому. Его поставим. Ну, не, не надо, нам его. А я тем временем продолжаю худеть. Вот моя перловая каша с мяском. Ну, сухари это Дима покупал, он меня все время соблазняет. Мне вообще такое нельзя есть. Приступаем. А потом вот так вот сухарики я ем, закусываю. Худею. Кто любит? Вкусно. Макать так водичку. Вот, вы можете послушать, как она работает. Определенный звук, конечно, имеется. Вот у меня тут все уже запылилось. Это на день постояла. Надо будет сейчас позанимаюсь, пыль стеру. Вот это у нас. 121 калория. 26 минут я уже хожу. Это у нас что? 1,7 километр. 700 метров я прошла. Наклон у меня нулевой. Я наклон не включала. Не, ну вначале я включала на 15. Потом выключила. Так, и здесь у нас что? Спид. А, скорость 3,5. Ну, вообще я на четверке ходила. Сейчас уже помедленнее поставила. Так, вентилятор я включала. Ветерок такой слабенький дует, но все равно, кстати, он немножко помогает. Вначале такой запах идет, знаете, китайского пластика такого. Но потом оно так разойдется, и нормальный уже запах обычный. Так, это колонки. Здесь. Еще хотела сказать, что вот тут пластик, он мягкий. Здесь такой твердый, а здесь более такой мягкий, приятный. Поэтому держаться приятно. За эти ручки. Ну что, а пульс сюда ложим, смотрим. На одну руку он покажет или надо только на две? Подожди, Аня. Сейчас. Можно? Нет, пульс одной рукой не показывает. О, пульс мне показывает 69. Странно. Было 90, уже 69. Может, что я не быстро иду? Так что вот такая вот у нас машина в доме.
Ну, а вот это вот, кто не знает, прищепочкой защелкиваем себе на одежду, например, куда-нибудь цепляем. Получается, если вдруг что-то с вами случается, вы катитесь назад, она оп, ой, и резкое отключение беговой дорожки. Соответственно, без этого ключа здесь простой магнит какой-то стоит. Она работать не будет. Да. Все, так включу. Скоро включится. Надо ее будет намотать, положить. Вот это погода на улице. Это сегодня 22 января. Это снег, наверное, мокрый, он сразу растает. Это, наверное, самая теплая зима. Дуйка на улице. Еще больше снега повалило. Вот это вьюга. О, это как град какой-то даже был. Вот это погода. Вот спит наш котик. И поняшка еще. Не сдулась, еще долго висит. Ой. Скажи, что спать мешаем?